Добрый вечер. Я впервые на Лиджире шоу выступаю вечером и была приятно удивлена, что люди вообще доживают до этого времени, проявляют активность. И точно знаю, что обычно зал наполняется, как только начинаешь говорить. Сегодня тема очень сложная. Сложная, потому что в первую очередь вам самим нужно разобраться и принять решение, насколько тот подход, о котором я буду сегодня рассказывать, он подходит для вас. Не все так однозначно, когда маркетологи или специалисты в области продаж начинают говорить о том, что омниканальные продажи – это must-have сегодняшнего дня. Это не совсем так. Каждая компания принимает решение о целесообразности внедрения данного подхода сама. Наша задача сегодня, моя задача – осветить основные моменты, то, чем нужно заняться для того, чтобы принять подобное решение. Первое. Второе. Посмотрим с вами, какие результаты получают компании, если они все-таки внедряют омниканальные продажи в практику своей деятельности. И, естественно, будем говорить о том, насколько эффективно это для розницы, либо для опта или производителя. Очень важный момент – понять вообще, насколько вы пробовали заниматься данным подходом. Кто-то пытался анализировать целесообразность внедрения омниканальных продаж для вашей компании. Так, в зале хочу увидеть руки. Кто-то пробовал оценивать уже или еще нет? Рук не вижу, к сожалению, да? Но я так понимаю, этот термин при первом приближении знаком уже вам. Если говорить о позитивном опыте внедрения омниканальных продаж, то он на российском рынке есть. Я не могу сказать, что он показал высоченный результат в данный момент в отрасли линджерии. Почему? Потому что ряд компаний, они находятся на первичной стадии внедрения, но результаты уже есть от внедрения данного подхода. Хотя есть позитивнейшие примеры, которые показывают компании в других отраслях, очень близких к вашей. Мы начнем с вами с того, что будем разбираться, что такое омниканальная продажа. Омниканальная продажа считается непрерывный процесс взаимодействия с клиентом-покупателем за счет того, что мы объединяем воедино процесс онлайн, офлайн, офлайн продаж и взаимодействуем с покупателем по всему процессу, неважно, это онлайн-контакт, это офлайн-контакт с покупателем, с одновременной фиксацией всей информации об этом покупателе. Если проще говорить, мы создаем некую единую систему, где учитывается информация о нашем покупателе, о нашем клиенте во всех точках контакта, во всех точках запроса нашего клиента или покупателя. Мы эту информацию обязательно фиксируем, не забываем, заносим специальным образом организованную систему. И только после того, как эта информация занесена, наши специалисты, неважно, чем они занимаются, они сопровождают интернет-продажи или они работают в магазинах, офлайн-продажи реализуют, они обязательным образом имеют доступ к этой системе и пользуются этой информацией. Если говорить о том, как сейчас организованы процессы, очень часто в продажах мы пользуемся аналитикой продаж. То есть уже по факту смотрим потребительские предпочтения. Для того, чтобы воспользоваться аккумулированной информацией по клиентам до того, как он к нам пришел и совершил покупку, вот до этой стадии мы еще с вами не доползли, чтобы учесть еще на фазе принятия решения клиентам или нашим покупателям, что приобрести, когда приобрести, информацию, которая у нас есть, чтобы наши продавцы, если это касается розницы, могли бы воспользоваться этой информацией, чтобы наши менеджеры в оптовой компании могли воспользоваться этой информацией. Такой четкой слаженной работы, чтобы как раз вся информация аккумулировалась в одном источнике, в одной системе, и мы ей пользовались для того, чтобы правильнее организовать процесс покупки, а не аналитикой продаж заниматься. Вот как раз об этом мы будем говорить, и до этого компании еще только подбираются или доходят. Еще подробнее буду останавливаться на процессе создания омниканальной системы продаж. Сначала поговорим вообще, для чего она нужна.
как любая система продаж, в том числе и омниканальная, мы с вами обсудим, кстати, разницу между омниканальными продажами и мультиканальными или многоканальными продажами. Тоже обращаю ваше внимание, первые выступления я включала большое количество красивых картинок и мало текста, но знаю привычку, что обычно все фотографируют презентацию, в этот раз у меня здесь текста побольше, потому что я уже знаю, что обычно фотографируете, потом задаете вопросы. Итак, для чего нужна омниканальная система? Два направления очень важных, и обращаю ваше внимание, если мы говорим об омниканальности, прежде всего омниканальность призвана и работает на повышение стабильности наших продаж. Стабильности – это как раз гарантированного получения определенного результата. Почему? Потому что омниканальность работает на лояльность клиентов. То есть именно при помощи омниканальности мы можем увеличить долю постоянных клиентов и не отдать этих постоянных клиентов нашим конкурентам. Поэтому вы увидите за моей спиной, вот на слайде представлены два направления основных. Первое. Омниканальная система продаж, она позволяет сформировать базу лояльных покупателей, сделать покупателя лояльным нам. И второе. Если мы организуем систему так, что в одном источнике находится информация о любых движениях покупателя нашего или клиента, то мы с легкостью находим проблемные точки и еще в процессе совершения покупки либо сервиса, если он есть, выполнение гарантийных обязательств, мы можем отследить появление каких-то нестыковок, каких-то проблем, отреагировать на них, чтобы покупатель от нас не ушел или клиент от нас не ушел. Это два глобальных направления. Цель все-таки единая – это увеличить долю постоянных клиентов. И, кстати, омниканальная система продаж сейчас обычно кладется в основу как раз формирования программ лояльности, о которых я говорила, по-моему, и в феврале этого года, и в прошлом году выступала. У нас обычно очень много вопросов по поводу вообще целесообразности формирования и эффективности программ лояльности. То есть это такой достаточно новый взгляд на то, как программу лояльности нужно формировать. Так вот, как раз такой подход он нужен для того, чтобы систему лояльности сделать более эффективной. Если говорить об омниканальности, омниканальность точно отличается от мультиканальности или многоканальности, потому что она еще учитывает контекст происходящего. Чем отличается многоканальность от омниканальности? Давайте пойдем по очереди. Представители классической розницы знают, что все начиналось с одного канала, это офлайн-продажи, когда покупатель приходит в магазин, и вы непосредственно с ним общаетесь. То есть один канал продажи, ясно, что это не мультиканальность, то есть он всего один. И веяние времени, требования и тренды, существующие на рынке, изменения потребительского поведения привели к тому, что у нас возникла потребность возникновения и введения дополнительных каналов продаж. У нас возникло такое понятие, как офлайн-продажи и онлайн-продажи. Если говорить о мультиканальности, мы говорим как раз о том, что мультиканальность. Мы начинаем использовать с вами не один канал продаж традиционный, а мы добавляем туда какие-то еще вот новые каналы продаж. В отличие от мультиканальности, где мы начинаем использовать хотя бы два канала, хотя бы два уже мультиканальности, мы начинаем еще раз аккумулировать информацию в одном источнике. Это обязательно какая-то автоматизированная система. Конечно, это может быть и Excel-таблица, но будет очень сложно обеспечить доступ всем вашим сотрудникам, которые участвуют в процессе продаж, к этой информации вовремя. То есть в любой момент обращения покупателя, любой сотрудник продаж, он должен обладать доступом к информации о покупателе либо клиенте и пользоваться этой информацией в процессе совершения продажи или покупки клиента. Поэтому отличие то, что как раз еще и важен контекст. То, зачем вообще наш покупатель с нами общается, по какую информацию он хочет от нас получить в этот самый момент времени. Итак, если говорить об омниканальности, то как раз выделяют три основные части, чтобы уж совсем четко понимать, что это такое. Первое. Клиент или покупатель проводит любую операцию, любое действие, что бы он ни хотел делать. Например, сбор информации, анализ информации до того, как он еще принимает решение, куда пойти делать покупку. То
том числе анализ, например, цен, какого-то модельного ряда и так далее. Собственно, сам процесс покупки и обслуживания, дальше какие-то сервисные параметры, вот любые операции, он должен обладать свободой выбора. Мы должны ему предоставить несколько каналов. Кстати, забегая вперед, скажу, что в российских условиях сейчас покупатель, я не могу сказать, что он более требовательный, чем европейский, но тем не менее обычный российский покупатель, не житель Москвы, уже настроен на наличие в продажах хотя бы 2-3 каналов. Это прям собранная статистика реальная. А вообще, если говорить о серьезном уровне контроля над бизнесом, компании стараются сделать 10-11 каналов. Представьте, это что такое 10-11 каналов? Мы начнем с вами перечислять и, наверное, даже сейчас не выдумаем. То есть мы будем говорить, что это как раз Инстаграм-страничка, где это целесообразно еще раз, да? Дальше там сайт, если это опять-таки целесообразная офлайн-продажа, это может быть какие-то адреса электронной почты, возможность обращаться и вот такой канал, способ общения с покупателем. Так вот, представьте, первая закономерность в омниканальных продажах: клиент должен любую операцию суметь сделать, вы должны предоставить такую возможность удобным для него способом. Сразу, чтобы было понятно, надо вычислить, каким способом вашему конкретно покупателю удобно это делать и не делать лишнего. Потому что начинают увлекаться, начинают под шаблон загонять и создавать ненужные какие-то каналы. Поэтому первое правило, мы, естественно, проводим с вами исследование наших целевых групп, нашего целевого клиента, нашего покупателя, однозначно. И однозначно мы их сегментируем, тоже это моя любимая тема, потому что это экономит ваши деньги и делает те действия, которые вы нацеливаете на целевую аудиторию, они точечными, то есть они вот прямо, знаете как, эффективность повышается, результат получаете, а денег тратите меньше. Но то, что, наверное, нам всем и надо. Так вот, еще раз предоставили, вычислили, какие каналы нужны, надо ими заниматься серьезно, клиент получил такую возможность. Второй пункт очень важный, обратите внимание, это то, что мы должны организовать единую базу, как я уже и сказала, систему истории обращений клиента через разные каналы. Она должна аккумулировать вообще все его действия, предпочтения, с какими вопросами обращался, что чаще смотрит, как меняется размер и так далее в одном источнике. И третий пункт – это переход из одного канала коммуникации в другой должен осуществляться без истории, без потери истории обращений. То есть мы должны помнить вообще, ну, по каким вопросам, какие ситуации у нас возникали с этим человеком, клиентом или покупателем. Розница, наверное, сейчас сидит и думает, ну вообще сумасшествие, да? Как представишь, что про каждого человека, который приходит в магазин, зачем-то это надо вот учитывать. Представляете, какие ресурсы надо задействовать. Абсолютно с вами согласна, поэтому и говорила в самом начале, что нужно посчитать, выгодно ли на данный момент это для вашего бизнеса, либо пока ограничиться, ну, по крайней мере, вводом целесообразных каналов, то есть еще находиться на стадии мультиканальности. Хотя, конечно же, омниканальность, даже в примитивном варианте ее исполнения, она повышает эффективность продаж ваших однозначно, и стабильность повышает обращение. Итак, если я думаю, что уже при первом приближении нам понятно, что такое омниканальность и как она отличается от многоканальности или мультиканальности. И, конечно же, в рамках мультиканального подхода, к сожалению, в настоящий момент у нас каждый из этих вот каналов, он обычно управляется отдельным человеком. Ну, почему? Потому что у нас есть какой-нибудь менеджер, который отвечает за интернет-направление, интернет-магазин, либо за Инстаграм. У нас есть в офлайне продавцы или менеджеры, которые занимаются своим функционалом. И по большому счету, если говорить о реальной ситуации, то отсутствует единое информационное поле и нет вот такого, знаете, в онлайн-режиме обмена информацией между ними, которая жизненно необходима, потому что клиент или покупатель, он может обратиться к нам по любому каналу, и ситуации могут случиться разные. И как раз если говорить о том, как сейчас у нас это существует, вот эта вот проблема, она очень острая. Более того, ну, получается так, что каждый из каналов, он существует сам по себе. Более того, у каждого покупателя есть свой, или клиента в том числе, мы говорим об оптовых продажах, существует свой путь к принятию решения о сотрудничестве с вами и покупке, заказу.
когда он выбирает какой-то для себя удобный канал, то, обращая внимание, должна быть единообразие информации, которая находится в разных каналах, которые вы организуете. Мы говорим о единообразии информации, которая касается и ассортимента, и цен, и условий отгрузки, и всего остального. Этот параметр принципиален при организации омниканальных продаж. Вообще считается, что наиболее эффективная система омниканальных продаж – это когда, я сейчас все факторы остальные там отброшу, обычно то, что меня почаще всего спрашивают, когда цены и в онлайне, и в офлайне, они одинаковые, они не отличаются друг от друга, несмотря на то, что мы понимаем с вами, что себестоимость она будет различная, да, и что у нас затраты разные, конечно же. Но вот это единообразие подхода клиент должен видеть, он должен понимать, что у нас вот каким-то образом это все одинаково, логично устроено. Если же все-таки условия, ассортимент, цены, вообще ценообразование, какие-то процедуры, они различаются в разных каналах, то вообще-то нашему покупателю или клиенту нужно очень доходчиво объяснить, почему так. Чтобы он нам поверил. Из практики могу сказать, компании очень редко утруждают себя вообще вот этими объяснениями. Ну, просто как вот. Более того, эту аргументацию не очень тщательно прорабатывают и дают своему торговому персоналу. И из-за этого возникает ситуация, естественно, недовольства и недопонимания клиентов или покупателей. Когда торговый персонал, тот, кто занимается продажами, он не может ответить на элементарный вопрос, почему у вас, например, цены отличаются в интернет-магазине или еще где-нибудь в онлайне и в офлайне. Принципиальнейший момент. Почему? Потому что, по большому счету, мы создаем единое торговое пространство, и, естественно, правила, принципы должны быть едины. Ну, еще раз скажу по статистике компаний, с которыми мы работаем. Я бы сказала, огромное количество компаний. Не смогу сейчас сказать, мы не считали, какой процент. Но, тем не менее, мне кажется, что больше половины цены отличаются. Ну, прямо конкретно. Вообще, если брать такой, знаете, экспертный мой опыт, мы тут прикинули перед выступлением, такие цифры не успели посчитать, по нашим данным порядка 72% различается. Ну, то, что мы знаем, по крайней мере, обладаем информацией. Поэтому, видите, да, принципиальный момент, что действует единая цена, проводятся одни и те же акции, ассортимент, товары, услуги какие-то доступны в любых каналах. Это очень важный момент. Если мы с вами нацеливаемся на выстраивание омниканальной модели, то, конечно же, мы тщательно должны проработать как раз возможности той системы и технологии продаж, которую мы уже внедрили в своей компании. Потому что ну, нужно понимать, какую маржинальность вы заложили, правда, позволит ли она вот выстраивать подобную схему. Как раз проблема в том, что заложены определенные принципы работы, и вообще модель существует бизнеса определенные, которые сразу не изменишь. И, например, там, в течение 5 лет только можно какие-то изменения внести в нее. Я напоминаю, у меня предыдущее выступление, потому что лица знакомые вижу, мы очень долго и тщательно разбирались вообще с бизнес-моделью и за какими элементами нужно следить руководителю, неважно, точки торговые, организации, собственнику. Так вот, я сейчас говорю о том, что там существует 9 очень важных таких базовых направлений, за которыми точно нужно наблюдать, которые хотя бы раз в год нужно отслеживать, контролировать и смотреть вообще, нужно ли что-то менять в соотношении этих элементов бизнеса. Поэтому для того, чтобы мы приняли решение о том, надо ли омниканальную модель менять, надо как раз вот все-таки заняться тем, что анализировать эти 9 элементов. Кому интересно и кто не был на предыдущих выступлениях, подойдите. Или скажу какую-нибудь ссылку, пришлю, чтобы вы почитали. Ну и доступны, наверное, старые презентации, подозреваю. Итак, вообще специально подготовила более солидные цифры, чем просто исследование нашей компании, насколько выгодны омниканальные продажи. Известная компания как раз Deloitte проводила исследование применимости, первое, омниканального подхода и выгода омниканального подхода в практике в первую очередь ритейла. То есть они этим занимались. И как раз по исследованиям данной компании 22%, это последнее исследование, 22% покупателей, они покупают больше.
больше, если используют мобильные устройства при этом. Это такая общая закономерность. При этом более 50% из них средний чек на 25% выше. Ну, это такие цифры, которые, я думаю, они уже известны вам, доступны нам. Поведение покупателя в онлайне и в офлайне, оно отличается резко между собой. Мы говорим сейчас о том, что хотим не хотим, если у нас присутствует только офлайн, а я надеюсь, уже ни у кого он не присутствует только офлайн, то онлайн варианты в любом случае нам нужно подключать. Если говорить как раз об эффекте от внедрения омниканальных продаж, вы видите, да, вот такая цифра там, по их подсчетам, как раз эффект от внедрения омниканальной модели, он увеличивает в 2-4 раза такой результат совокупных продаж, если вы внедрили мультиканальные продажи, ну хотя бы 2-3 каких-то очень важных канала для вашего покупателя. Цифры интересные. В чем разрыв между нами, если говорить о ритейлерах? Это тоже данные как раз компании Deloitte. Между нами и покупателями. В первую очередь мы говорим о том, что поведение покупателя в онлайн-формате, оно существенно отличается при использовании различных устройств и в онлайн, и в офлайн-формате. Это первое. Далее, покупатели. 84, посмотрите, процента просматривают сайт либо какой-то онлайн-источник перед посещением физической точки продажи. Все прям такая закономерность. Тоже это исследование 2018 года. Дальше. Они хотят оставлять списки, хотят составлять списки покупок. Хотят. Почему? Они хотят контролировать перед тем, как идти в офлайн-точку, для того, чтобы не купить больше. Да? Ну, чтобы прям четко в голове установить какие-то критерии и чтобы сам себя ограничил. Ни в коем случае, чтобы не приобрел то, что значит, ну, больше, чем планировал. Очень важно, что они заявляют о своих предпочтениях, опять-таки, в сетях. И очень важно, что 54% хотят чаще использовать как раз устройство для того, чтобы быстрее совершать покупки. Вот этот вот критерий «быстрее совершать покупку», то есть «проще», он выходит на первое место. Я думаю, что вы все сами на себе это ощущаете. Что, конечно же, при помощи хоть мобильного устройства, хоть просто стационарного устройства, совершение покупки или поиска информации, оно экономит наши силы и время. Ритейлеры же, как правило, очень сложно найти силы. Более того, на рынке очень мало специалистов. Кстати, это беда, потому что грамотных специалистов вообще в онлайн-продажах мало. Это однозначно, несмотря на то, что... Ну, кажущаяся легкость есть, в общем, работы в этих каналах. А тем более специалистов, которые бы понимали вообще, как выстраивать омниканальные продажи, ну, их единицы сейчас на российском рынке пока, к сожалению. И это такая большая беда, потому что производитель, ритейлер или какой-то просто оптовик, он идет по пути, когда предлагает единую такую модель магазина в любых источниках. То есть модель не отличается. Ни представление информации, ничего. Вот он создал какую-то структуру, и он ее реализует и в офлайне, и в онлайне. И в том числе технологию продаж с точки зрения организации логистики, сервиса, там, гарантийных обязательств. При постановке, очень важный момент, о котором невозможно не упомянуть, при постановке KPI, надеюсь, слышали, да, уже все знаете, что это такое, коэффициенты и показатели эффективности или результативности. Для сотрудников не учитывается то, что сотрудник должен работать во всех этих каналах и что он должен, должна быть преемственность в этих показателях. Они должны быть заинтересованы, любой сотрудник компании должен быть заинтересован как в онлайн, так и в офлайн продаже. Конечно же, мы пока это делим. А представьте, если все-таки омниканальная модель реализуется, то как раз камнем преткновения становится то, что у них разные показатели. Они смотивированы на разные показатели принципиально. И модель очень часто проваливается, когда руководители не готовы изменить мотивационную модель персонала или не понимают, как ее изменить. Очень важно, что разделяют еще одно, не готовы представить один ассортимент и одни правила работы. И в связи с этим у нас с вами ассортимент и, как я говорила уже, вообще ценовая политика, ценообразование отличается, все условия в разных каналах.
дальше используют статистику не на перспективу. Есть такое понятие проактивность. Вот омниканальная модель – это реализация принципа проактивности в нашей деятельности, да, а реактивно. То есть реактивно, что зуб уже разложился, я пошла его вырывать. А проактивно – это я раз в полгода хожу к стоматологу и проверяю на всякий случай, чтобы он там откорректировал, и он мне дольше послужил. Так вот омниканальная модель, да? Мы как раз пытаемся заранее какие-то действия выдумать и направляем покупателя. А как раз мультиканальная – это у нас с вами такой процесс, когда мы просто собираем статистику. Ну, хорошо, если мы ее собираем. Если вы находитесь на стадии, когда еще и не вся информация собирается, даже просто для цели анализа, то, конечно, надо с этого начать. И последнее, очень интересно, что ритейлеры, это вот из последних таких выводов, прям во всех онлайн-каналах, они пунктик, нужно обязательно указать, где находится онлайн-магазин, офлайн точка. То есть они переоценивают важность указания как раз вот этого офлайн-канала для конечного покупателя. Между тем, у нас с вами потребительское поведение изменяется очень сильно. У меня там будут позже слайды, где будут описаны прямо изменения потребительского поведения нового покупателя. Почему для него это становится неважным? Потому что он может это сделать в любом месте. Кстати, обращаю внимание, из этого всего мы можем сделать вывод, что покупатель становится лоялен все-таки бренду. Я не говорю сейчас, что это прямо, знаете как, наименованию компании, что ли, да, если уж бренда нет. Но ни в коем случае не розничной торговой точке, как раньше было. Когда, знаете, прикипает к продавцу, прикупает к месту, ожидает определенного обращения. Как раз вот основной тренд, что происходит переход, когда он понимает и ждет, что любая розничная торговая точка, если мы говорим об офлайн-канале, она будет реализовывать одну модель, что будут знать его имя, будут знать его предпочтения, и поэтому он не очень готов прикипать к уже конкретному продавцу, он ждет просто вот такого же обращения и знания его потребностей от любого продавца. Вот это вот такой вот очень важный принципиальный момент. Поэтому, если говорить об основных ошибках, как раз компании, первое, не интегрируют аналитику, они не объединяют и не интегрируют ключевые операции, как раз вот ассортимент, ценообразование и так далее. Дальше, они не интегрируют KPI-менеджеров, и как раз они не интегрируют между вот, все, что я перечислила, между онлайн, мобильными и офлайн-каналами продаж. Ну и если мы говорим, думаю, знаете название как раз онлайн-продаж, есть как раз просто онлайн-продажи, и есть продажи с мобильных устройств, и выделяют, даже есть специальное название, есть название для мобильных продаж e-commerce, да? Просто онлайн-продаж всех других, до сайта, с других устройств это происходит, да, называется e-commerce. Выделяют даже отдельно, например, такой вид продаж и канал продаж, как e-commerce, это покупка и поиск информации с мобильных устройств. Мы ничего с этим поделать не можем, надо просто учитывать в своей работе. Если говорить о том, что покупатель задумался и начал планировать собственное посещение какое-то, то он, конечно же, начинает поисковую активность, он начинает искать информацию. Мы уже убедились с вами, что огромный процент покупателей начинает ее искать через мобильные устройства, в интернете, в онлайн-режиме. Кто-то по старинке придет в магазин проконсультироваться. Такие остаются, тоже не надо об этом забывать. Вместе с тем, естественно, надо не забывать, что после совершения покупки у нас остаются обязательства по отношению к нашему покупателю. И они должны поддерживаться нами также и через офлайн, и через онлайн каналы. Это принципиальный момент, и это дополнительные затраты компании, естественно. Поэтому наша задача, ключевая задача, это довести до, в первую очередь, офлайн персонала. Вообще, каким образом по-новому мы будем работать, вот эти критерии, все процедуры новые, потому что, как правило, наши... Так, мы с вами, я бы так сказала, и руководители ритейла не готовы начинать вкладывать деньги в то, чтобы обучать персонал новому функционалу и менять KPI, а вкладывают деньги в развитие функций и развитие знаний товара как раз офлайн-продавцов.
большому счету нам нужно их обучить как раз вот знанию новых процессов в первую очередь. Про товары, конечно же, но самое главное еще новых процессов, которые мы будем реализовывать. Очень важный тренд, о котором нужно сказать, это то, что покупатели будут искать максимально полные характеристики того товара, который он хочет приобрести. И поэтому они будут, естественно, идти как раз в подтверждение моих слов. Они будут копаться в онлайн-формате. Хотя мы с вами, как правило, как раз большие деньги вкладываем в обучение офлайн персонала. А вообще, главная мысль здесь, что не забывать все-таки распределять бюджет на то, чтобы информация как можно более полная, правильно написанная, правильно созданная под разные целевые группы, находилась в онлайн-формате. Вот об этом сейчас речь. То есть офлайн, конечно же, это понятно, но, пожалуйста, не забывайте о том, что сейчас новая потребность есть. И это не один раз в год занесенная информация, даже не ежемесячно, она должна корректироваться в ежедневном режиме. Сложно, но по-другому невозможно. Результатами, если говорить об уникальных продажах, если говорить с точки зрения KPI, в продаже будет динамика изменения среднего чека, и такие цифры есть. Точно наблюдается рост в частоте совершения покупок, естественно, постоянных клиентов, и в проценте оттока покупателей. Процент оттока покупателей, естественно, он снижается. Это те показатели, которые обычно начинают замерять, когда внедряют систему омниканальных продаж. И если говорить вообще, я рекомендую вам просто сфотографировать, потому что показатели, я прокомментирую, это показатели вообще эффективности работы самой системы омниканальных продаж, то есть как ее правильно настроить. Всем знакомо уже понятие воронки продаж, так вот это типа что-то воронки омниканальных продаж, прям система омниканальных продаж. Это те показатели, которые надо учитывать для того, чтобы понять, насколько ваша система, которую вы создали, она эффективна или неэффективна. Важно, потому что, конечно же, нам необходимо понимать, вообще стоит ли в это деньги вкладывать. Итак, даже не буду, ну так вот, чтобы было понятно, прокомментирую отдельные показатели. Первое – это количество участников программ лояльности к общему количеству клиентов. Ну, это счетчики, естественно, должны у нас с вами быть. Дальше. Время участия в программе лояльности, какой период он принимает участие в этой программе. Дальше. Соотношение количества погашенных бонусов к начисленным. Потрясающий показатель, правда? Ну, то есть, если мы делаем какие-то акции, вообще воспользовались ли они, да? Дальше. Бонусы, списанные по истечении срока действия. Просто первая часть, результат один. Дальше как раз сумма бонусов, которые погашены за операцию или на одну операцию, и стоимость бонуса в деньгах, ну то есть уже сколько нам обошелся этот бонус. Хорошие показатели, не знаю, следите за ними или нет, вообще на самом деле такие очень интересные показатели эффективности программ лояльности, правда? Посмотрите, может быть, что-то введете в своей деятельности, несмотря на то, что омниканальные продажи не будете реализовывать. Ну да. Онлайн и мобильная торговля, как раз это e-commerce и m-commerce, о которой я говорила, по-прежнему они растут 100% быстрее традиционной. Среднегодовой рост онлайн-торговли остался на стабильном уровне, приблизительно 23-27%. То есть, и мы делаем вывод, у нас с вами онлайн-торговля забирает у офлайн-торговли, естественно, учитывая, что вообще ну, спрос падает, поэтому это невозможно игнорировать. И посмотрите интересные цифры, до 68% россиян либо уже используют, либо планируют пользоваться онлайн и мобильными приложениями для того, чтобы совершать покупки. Даже те, которые боялись, и даже те, которые в каком-то глубоком возрасте, и то понимают уже, что это гораздо удобнее. Теперь немного о новом как раз покупателе. Я сейчас расскажу о тех особенностях, которые нам невозможно не учитывать. Их еще называют, нас с вами называют цифровой покупатель. Естественно, это целевая аудитория, которая занимает огромную долю. И если говорить вот о количестве онлайн-покупателей в России, то выросло за последний год только в 2,5 раза. И как раз за счет регионов прирост этот произошел. И, конечно же, более половины таких покупателей, они ищут информацию через мобильные устройства вообще в интернете. Чем отличается новый покупатель? Посмотрите, пожалуйста. Первое.
очень информирован и при выборе товара предпочитает узнать о нем как можно больше. Мы это уже с вами говорили, это такая особенность. При этом точно не хочет тратить на это много времени. Это тоже общая закономерность, первая закономерность. Вторая. Он постоянно подключен к интернету, поэтому в любой момент времени, даже во время офлайн общения с продавцом, может получить информацию, причем ту, которую продавец ваш, ну, может и не знать или не получить в этот момент. И, конечно же, закономерность, так как он постоянно подключен, они и используют мобильные приложения и так далее. Еще одна закономерность, о которой я коротко сказала. Приблизительно 43% покупателей на данный момент, они не лояльны ритейлеру и не хотят быть лояльны ритейлеру. Ну, это я говорю как раз о розничной точке. В чем заключается новое поведение нашего покупателя, или пусть даже потребителя? Он использует абсолютно разные каналы, ему без разницы, какие каналы использовать. Конечно, есть какие-то предпочтения, но он быстро их меняет, если находит более интересный ресурс. То же самое и если он пришел в офлайн режим к ваш магазин, и что-то его не устроило, он никаких угрызений совести не будет испытывать. Но не устроило, он пошел, потому что выбор огромен, он пошел к следующему, естественно, ритейлеру. И требования вот как раз к процессу общения в офлайне, они возрастают несколько раз, да, чтобы мы ни в коем случае не отпустили его. Конечно же, все происходит из-за того, это общая закономерность, что у нас огромный объем информации вокруг нас, огромные возможности для выбора, которые предоставляются всеми производителями, ритейлерами и так далее. И с этим мы ничего не можем сделать, как только, ну, научиться управлять. Если таким образом, вот как можно удержать новых покупателей? Ну, конечно же, нужно для этого пересмотреть стратегию. И самое главное, нам нужно понять, как раз посчитать, каким образом, ну, стоит ли нам организовывать омниканальные продажи. Я думаю, что все понимаем, что омниканальные продажи, исходя из того, что я рассказала, это, конечно же, очень интересная модель, но высокозатратная. Да? И нам надо посчитать эффективность ее. Напоминаю про эффективность еще раз. Формула эффективности – это у нас с вами результат, деленный на ресурсы и средства, которые мы потратили на достижение этого результата. Как мы будем считать эту эффективность, ну, каждому решать. Но, тем не менее, перед тем, как принять решение, вообще реализуем эту модель или нет, надо вот как раз эту эффективность и просчитать. Какие затраты у нас будут, причем, обращаю внимание, ресурсы и средства, какие мы потратим, потом можно их деньги перевести, какой результат мы получим, в конце концов, стоит ли овчинка выделка. Тем не менее, подозреваю, что других вариантов поведения в настоящий момент у нас с вами нет, если мы хотим контролировать продажи и контролировать возвращение наших постоянных покупателей к нам. То есть еще раз, предоставлять им ощущение, что все, что вы делаете при любой точке взаимодействия этого покупателя или клиента с нами, оно создано для него, вы контролируете ситуацию, и чтобы у него было полное ощущение, такое обволакивание его, вашей компании. И здесь разговор идет как раз о компании и о бренде в первую очередь, а не о конкретной торговой точке. Очень важный момент, что как раз вот современный покупатель в России, я говорила, 2-3 канала. Вообще, если говорить о данных европейских, современный покупатель ориентируется при поиске и покупке товара на 5-6 каналов. Представьте, на 5-6 каналов. И, конечно же, это у нас с вами и магазины, и интернет-магазины, и маркетплейсы могут быть, и собственные. Это могут быть мобильные приложения, электронные витрины, это соцсети, каталоги, колл-центры, все что угодно. Да? Какие каналы используете вы, естественно, решать вам. И вот как раз с последних 10-11 каналов сейчас говорят о том, что вот некоторые компании, которые серьезно занимаются омниканальным подходом, они реализуют продажи через 10-11 каналов. Вот как раз это из последних данных. Еще раз, мне, как я представляю, потому что я это видела, но сложно представить, как это сделать. Да, вот так. Представьте, какая кропотливая работа. Что необходимо? Первое. Организовать тотальную прозрачность всех наших
снижение товаров нашей компании. То есть для того, чтобы реализовать, у нас результатом ведь реализация униканального подхода – это организовать процесс продажи или покупки все-таки, да? То есть он где-то информацию ищет, ходит, а потом должен выбрать тот канал, где ему удобнее приобрести этот товар. Вот это самое важное. Поэтому первое у нас должна быть, первое, тотальная прозрачность и онлайн-вариант вот этой тотально прозрачной системы учета товародвижения. Это очень важно. И чтобы мы с вами не путались, чтобы мы могли правильно планировать ассортимент. И здесь однозначно нужно говорить о том, что сюда входит у нас и логистика, и, естественно, постпродажная какая-то поддержка. Второе. Перестроить систему мотивации торгового персонала, тоже мы с вами говорили об этом. Третье. Создать собственную модель сбора информации о клиенте, то есть понять, кто будет собирать, где она будет аккумулироваться, когда записывают, как, кто может посмотреть, в каком виде и так далее. Тоже говорила, однозначно нужна автоматизация, потому что так мы не справимся с вами. Хоть какой-то примитивный вариант, но на самом деле без, не просто примитивный вариант, это вот не преимущество выступления вечером, да, и у тебя сходят с коробкой. То есть автоматизированный такой вот и сбор, и анализ информации, и управление, предоставление торговому персоналу информации о клиентском поведении. Переходим к тому, как оценить свою готовность к переходу к омниканальной модели. Что нужно сделать? Естественно, считаем, сколько потратим, и дальше высчитываем, в какой перспективе это окупится. Рассчитываем, описываем и пытаемся понять, какой результат мы хотим получить. И, ну и понятно, как раз затраты, это какой ценой мы получим этот результат. Естественно, как рекомендация, когда делаем вот такой план, бизнес-план, обязательно учитываем возможность подключения партнеров, потому что если вы являетесь, например, традиционной розницей, офлайн режим, то безумие и практически невозможно, но это огромным запасом денежных средств надо образовать, чтобы самостоятельно организовать подобную модель. Поэтому, как правило, привлекают партнеров для организации онлайн-канала. Я немножко позже сейчас покажу примеров несколько, какими партнерами можно воспользоваться, как это можно сделать. Второе. Нужно определить какие-то организационные, процессные, технологические правила синхронизации между каналами продаж. То есть как мы будем их объединять, как они будут договариваться, кто это будет контролировать, чтобы не было сбоев. Потому что если будут сбои, то тогда у нас ничего не получится. И, естественно, тут же определить как раз с точки зрения технологии, насколько, какие деньги вы можете выделить, о каком ассортименте будет идти речь, ну и принципы ценообразования. Третье. Сформулируйте как раз подход к ценообразованию в целом во всех каналах продаж. Рекомендации я проговорила, что желательно, чтобы принципы ценообразования были едины. Вернее, цена, чтобы была одинаковая, принципы ценообразования разные получаются. Да, у нас цена все-таки единая, это принципиальный момент. Либо еще раз прописать доступным для покупателя и клиента языком, чем отличается, это должны быть аргументы. Напоминаю, аргумент – это объяснение ему, в чем его выгода, что цены отличаются. Правда? То есть он должен понимать, что для него это выгода, и выгодно, и это обосновано. И, конечно же, когда мы оценим свою готовность к переходу к омниканальной такой модели, то надеюсь, что обычно все-таки все начинается с того, что мы вводим мультиканальность. Мы вводим какие-то каналы и напоминания не менее 2-3. Тогда можно говорить о том, что уже целесообразно заниматься омниканальной. Если у вас менее 2-3 каналов на данный момент, то пока об омниканальной модели говорить рано. Это однозначно так. Очень интересно, и просто сфотографируйте, это пример такой матрицы, где учитывается, знаете, итоговая матрица оценки вашей готовности к внедрению омниканальных продаж. Я думаю, что как пример она будет вам интересна. Это прям примерно пример по конкретной компании. Ну, я специально взяла, естественно, не из вашей отрасли, потому что это некрасиво было бы. Но тем не менее, посмотрите, выделяются определенные элементы.
клиенты модели, да, омниканальные, и выделяются определенные операции, которые мы на примере компании розничной производим. И оценивается наша готовность вообще эту омниканальную модель внедрять. Ну и как вам кажется, вот в этой конкретной ситуации, ну, реально ли? Кстати, да? Да? Видно, что вот этих красных таких крестов их достаточное количество. И нужно еще посмотреть, насколько затратны те операции, в которых стоят эти красные кресты. Желтые они ведь тоже для нас, видите, желательно изменения в этих направлениях, направлении этих операций. Зеленое – это то, что у нас спокойно адаптируется под омниканальную модель. Такой вот вид представления, он поможет вам потом посчитать эффективность планируемых мероприятий с одной стороны, с другой стороны он будет нагляден, если вам нужно будет кому-либо доказать вообще целесообразность перехода на омниканальную модель. И последний слайд. У меня тут, видимо, из одного формата в другой, я смотрю, сбои в презентации. Это как раз для тех, кто хочет вести дополнительные каналы, не только офлайн-каналы, онлайн-каналы, но это такое требование времени, и перейти из офлайн-режима в мультиканальность сейчас. У нас у всех есть возможность привлечь партнеров. Я думаю, что точно это знаете, но на всякий случай напоминаю, что многие компании, они начинают с того, что они пользуются услугами пунктов выдачи, которые, ну, естественно, на этом деньги зарабатывают, пунктами выдачи заказов. Как вариант, операторами постаматов. Тоже, надеюсь, вы о них знаете и понимаете, как оплачиваются услуги данных партнеров. Маркетплейсы, не игнорируйте, пожалуйста. Это у нас такой, по сути, они могут выполнять работу даже бэк-офиса. То есть они могут выполнять достаточно большой функционал и заменять вам целое подразделение или структуру, онлайн-структуру. То есть вывести часть функционала и передать как раз вот маркетплейсу, разместившись на нем. Ну, это хорошая идея, только нужно правильно выбрать маркетплейс под ваш товар, естественно. Операторы альтернативной логистики, ну, например, как Яндекс.Такси или там Get и так далее, они выполняют определенный, да, несвойственный для себя функционал, но тем не менее эти сервисы очень интересны для как раз доставки, однозначно можно их рассматривать. И не игнорируем, естественно, почтовые службы традиционные. Я думаю, что этим вы точно пользуетесь. Вот. Если говорить об омниканальных продажах, вопрос открыт и на самом деле требует, как вы уже поняли, тщательной такой проработки. Садиться, считать, заполнять таблицу, которую я перед этим вам показывала, выделять операции, которые мы делаем, выделять как раз те элементы модели омниканальной, которые вы хотите внедрять, и смотреть, считать, какие деньги вам понадобятся на внедрение. Но самое главное все-таки, вот до того, как мы это начнем делать, определить тот результат, который вы хотите получить, ну и потом, естественно, попытаться оценить реальность его, насколько реально получить и достичь этот результат. Поэтому для того, чтобы произвести эту оценку, должны быть сформированы заранее KPI. Мы должны с вами понимать и учитывать, отслеживать в течение какого-то времени, и только тогда мы с вами увидим, насколько реально наши изменения, они повлияли на изменения данных показателей, которые нас с вами интересуют. У меня сегодня все. Спасибо огромное. И да, у меня просьба, если возникают вопросы, подходите, потому что я здесь буду еще порядка получаса. Обычно лучше общаемся после.